Чабатский государственный университет имени Бекмата Усманова, группа ПУФТАС 220, студентка Бердыбаева Айгерим. Обратная связь преподавателю Мусакулова Назгуль Куралбековна. Домашнее задание было делать видеоролик. Тема «История развития языков программирования Паскаль». Паскаль – один из наиболее известных программирований, используется для обучения программированию в старших классах и на первых курсах вузов, является основой для ряда других языков. Николаус Вирт – швейцарский ученый, специалист в области информатики, один из известнейших теоретиков в области разработки языков программирования, профессор компьютерных наук, разработчик языка Паскаль и ряда других языков программирования. Алфавит и словарь языка – основа языка программирования Паскаль, как и любого другого языка. Является алфавит набор допустимых символов, которые можно использовать для записи программы. Это латинские прописные буквы, латинские строчные буквы, арабские цифры, специальные символы. В языке существует также некоторое количество различных цепочек символов, рассматриваемых как единые смысловые элементы с фиксированным значением. Такие цепочки символов называются служебными словами. Ниже в таблице приведены основные служебные слова, которые мы будем использовать при записи программ на языке Паскаль. Типы данных, используемые в языке Паскаль. В языке Паскаль используются различные типы данных. Мы будем пользоваться некоторыми из так называемых простых типов данных.